Какие неловкие моменты у вас случались в кабинете врача? Я пришел в кабинет своего врача для обычного обследования. Все шло нормально. Все мои прошлые проблемы со здоровьем решились. Мы уже заканчивали, когда мой врач, женщина, сказала, что необходимо проверить меня на наличие клизмы. Она отвернулась на мгновение, чтобы надеть перчатки, и пока она делала это, я встал, снял штаны и наклонился. Я ослышался. Никто не проверяет на наличие клизмы. На самом деле она сказала, что проверит на наличие грыжи. Через мгновение она повернулась, и я услышал: «О боже, праведный, что?» И я сразу же понял свою ошибку. Я быстро развернулся и увидел своего доктора, которая покраснела от беспрецедентного вида моего ануса, направленного в ее сторону. Я начал бурно извиняться, за этим последовала крайне неловкая проверка на рак яичек, затем она поспешно ушла. Излишне говорить, что я тоже выбрался оттуда как можно быстрее. Когда я был маленьким, лет 8 или 9, мне пришлось пройти медосмотр, чтобы посещать спортивную секцию в школе. Мой папа повел меня. Все шло отлично, пока врач не сказал папе, что ему нужен образец мочи. Мой отец дал мне стакан и сказал, чтобы я сходил в стакан в туалете и принес его обратно. Я по наивности не понял, как именно нужно сходить, поэтому пошел в туалет и быстро насрал в стакан. Папа ждал меня у стойки регистрации в кабинете доктора, так как мы собирались уйти после сдачи стакана. Я гордо подошел к нему, протянул стакан папе и сказал: «Этого достаточно или мне нужно вернуться и взять еще немного из унитаза?» Медсестра у стойки регистрации подняла голову и чуть не выплюнула кофе на моего папу. Он поставил стакан на стойку и сказал: «Все, мы уходим». Я не понимал, в чем дело, до вечера, когда мама зашла ко мне и объяснила мою ошибку. Это случилось с моим коллегой. Он хотел сделать вазэктомию. Два мужика с работы рекомендовали ему врача, к которому они обращались. Чтобы немного подшутить над ним, они сказали, что во время первой консультации он должен подрочить в стакан, чтобы сдать сперму на анализ. Он пришел в клинику и обратился к медсестре за стойкой регистрации. Заполнив документы, медсестра дала ему стакан и сказала, что его нужно заполнить до линии, закрыть крышку и оставить у раковины. Стакан был размером как обычный стеклянный стакан, но линия была почти на самом верху. Коллега вошел в уборную, думая, что он должен погонять лысого. Он удивился тому, что там ничего не было для вдохновения, но решил обратиться к своей памяти. Примерно через 10 минут медсестра постучала в дверь и спросила, все ли в порядке. Смущенный тем, что его результат не достиг необходимого объема, он показал ей стакан со своим мизерным материалом и спросил, как у других мужчин удавалось наполнить стакан до линии. Медсестра разразилась хохотом и, задыхаясь от смеха, еле смогла сказать ему, что он должен был пописать в стакан. Когда все выяснилось, ему пришлось пойти в комнату ожидания с большим бокалом воды. Он сидел около 30 минут, прежде чем сдать необходимый анализ и увидеться с врачом. Он сказал, что это были самые долгие 30 минут в его жизни, потому что не проходило и 5 минут, как мимо него не проходила какая-нибудь медсестра, еле сдерживая смех. В студенческие годы у меня был обычный мазок у гинеколога. Я не спала предыдущей ночью, так как была на веселой вечеринке и не полностью отошла от нее, когда пошла в больницу. Мне попался врач, который прежде не делал этот тест, и по какой-то причине он пригласил медсестру, чтобы она присутствовала во время процедуры. Вполне ожидаемо, врач не смог сразу найти шейку матки, и медсестра попросила меня приподнять бедра. Врач нервничал все больше и больше, и чтобы разрядить обстановку, я начала петь «Rolling, rolling, rolling, keep false doggies moving». «Едем, едем, едем, продолжай гнать свое стадо». Затем я начала неудержимо смеяться над своей собственной шуткой, из-за чего гинекологическое зеркало вылетело из моей вагины и сбило его очки. Результаты лабораторных исследований были бесполезными. Это случилось с матерью друга. Она впервые пришла в новую гинекологическую клинику. После обследования ей дали стакан и попросили наполнить его образцом мочи. Войдя в уборную, она увидела, что там нет двери. Мама друга решила, что в этой недавно открытой инновационной гинекологической клинике все уборные без дверей, и пациенты делают свои дела открыто. Очень нервничая, она собрала необходимый образец, пока люди проходили мимо по коридору. Могу себе представить, как они пытались сделать вид, что не видят происходящее, или бросали на нее удивленные взгляды, но только когда она собиралась покинуть уборную, она заметила полностью открытую раздвижную дверь.
Однажды доставщик пиццы вошел в кабинет, когда я проходила гинекологический осмотр у врача. Мои ноги были на подставках, рука врача была внутри моей вагины. Ага, полный набор. Видимо, медсестры заказали пиццу и сказали, чтобы курьер принес ее в комнату отдыха, но он ошибся дверью. Казалось бы, в гинекологии обязательно нужно стучаться в закрытую дверь, прежде чем войти, не так ли? Видимо, не так. Хотя он не мог ничего разглядеть, и я уверена, что он смутился еще больше, чем я. Но это все равно звучит как сюжет дешевого фильма для взрослых. К счастью, это было лишь слегка оскорбительно, но не ужасно. Когда мне было лет 18, я пошла к врачу, потому что у меня была сильная тошнота, наряду с некоторыми другими проблемами. Врач снова и снова спрашивал меня, не беременна ли я. Так может быть вы беременны? Может там стоит сделать анализ на беременность? Я уверена на 100%, что не беременна. Когда у вас в последний раз был половой акт? Никогда. Никогда? В этот момент он внезапно оторвался от своих записей и посмотрел на меня. Это многое упрощает. Последний раз, когда я был у своего врача, меня очень долго заставили ждать в приемной. Так долго, что я пролистал все 3 журнала, которые были в комнате. В конце концов, меня охватила сильная скука, и я начал искать другие занятия. В углу стояли весы, и я подумал, какого черта, давай-ка взвесим какую-нибудь хрень. Я начал со своей обуви. Позже начал взвешивать журналы и свою одежду. Когда у меня закончились мои личные вещи, я начал осматривать комнату и решил, что мне нужно узнать, сколько весит стул, поэтому он оказался на весах. Именно в этот момент доктор и ее ординатор решили войти в приемную. На мне не было ничего, кроме больничной рубашки и носков, а на весах балансировал стул. Я пришел в больницу, когда я был подростком, и врач была довольно привлекательной женщиной. Она должна была проверить меня на рак яичек. Комната была огорожена шторами, мои родители сидели за ними, но могли все слышать. Она отвернулась, когда я стянул штаны, и она сказала: «О боже», очень раздраженным голосом, когда повернулась и увидела мое хозяйство. Я подумал, что сделал что-то не так, и извинился. Как оказалось, мои колбаса и 2 яйца были ни при чем, она была раздражена из-за пейджера, который постоянно пищал. Думаю, у нее было очень много дел. Казалось бы, что в этом неловкого, только мои родители могли все слышать, хотя не видели того, что произошло. Не хочу даже думать о том, что, по их мнению, могло произойти, что заставило подростка, достигшего половой зрелости, извиниться перед красивой женщиной, когда она осматривала его яички. Перед родами 2-го ребенка я решила любой ценой избежать испражнения, поэтому сделала клизму, чтобы этого не произошло. Эта процедура очистила мой кишечник, но вызвала самое сильное газообразование, которое у меня было когда-либо в жизни. Мне сделали эпидуральную анестезию, поэтому я вообще ничего не чувствовала, и, видимо, когда пришло время тужиться, газ пришел в движение. Я сказала доктору, что готова, и он мгновенно подошел к зоне риска. Он засек время моих схваток и затем сообщил, что пришло время для хорошего толчка. Я толкнула изо всех материнских сил, и это вызвало чрезвычайно мощный и долгий пердеж прямо ему в лицо. Я видела, как его волосы буквально откинуло назад. И что хуже всего, доктор был молод и привлекателен. Когда мне было не так много лет, думаю, около 12 или 13, у меня были какие-то странные проблемы с желудком. Врачи сделали рентген и нашли что-то необычное, поэтому они сказали, что хотят провести процедуру, которая называлась бариевая клизма. В общем, меня завели в палату и сказали, что поместят шланг в мою попу и вольют в мой кишечник жидкость, похожую на молоко. Я был в ужасе, и врач спросил, в чем дело. Я сказал ему, что, судя по описанию, это болезненная процедура, но кроме того, я очень боюсь щекоток. Он сказал, что мне не стоит беспокоиться, так как все не так страшно. Затем другой врач, уже женщина, засунула эту штуку в мой 13-летний зад, и я начал хихикать. Потом засмеялся, потом заплакал. В прошлом году я совершил ошибку, решив переехать во время праздников. Я забирал вещи из прикроватного шкафчика. На верхней полке было 2 большие открытые коробки с презервативами. Я засунул ленты со средствами защиты в свои карманы и ушел. И, конечно же, я попал в аварию, когда ехал в свой новый дом. После быстрой поездки до отделения неотложной помощи я сидел в больничной палате с медсестрой и моей девушкой. Моей девушке поручили снять мои штаны и в первую очередь опустошить их карманы. И она начала, удивленно глядя на меня, вытаскивать презервативы, которых было более 30 из моих карманов в присутствии медсестры. Клянусь, это было похоже на фокус иллюзиониста. Она вытаскивала контрацептивы, и они все не заканчивались.
Я пошла на обычный мазок, который каждая женщина должна периодически делать. Обычная проверка женских органов на наличие чего-нибудь необычного и т.п. Хочу сразу отметить, что когда я слишком сильно нервничаю, со мной происходит то же самое, что и когда я возбуждаюсь. Я выделяю влагу. Неловко, сама знаю, но это еще только начало. В общем, пока женщина-гинеколог осматривала меня, очень суровая, хочу добавить, кажется, я даже заметила усы у нее над губой, она велела медсестре отметить ненормальное количество выделяющейся жидкости. Чудесно. Позже, когда она задавала вопросы о половой истории и т.п., все шло нормально, пока она не спросила, принимаю ли я противозачаточные. Мне, конечно же, пришлось ответить, что я их не принимаю, так как я лесбиянка. У нее отвисла челюсть, а мое лицо стало ярко-красным. Я очень плохо ориентируюсь в пространстве. В больнице я пошел в туалет, чтобы сдать анализ мочи, и вскоре понял, что не могу вспомнить, как вернуться в кабинет моего врача. Я не знаю, через сколько приемных и переполненных коридоров я прошел, держа в руках картонный стаканчик с собственной мочой, пока искал нужный кабинет. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры, а также дополнительные острые выпуски, которые не попали на YouTube из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.